Вот когда вам плохо, вспоминайте осьминога. Вот у него и руки из жопы, и голова из жопы, и жопа на голове, и уши с жопой, и в общем, жизнь вся, понимаете? Но ведь живет нормально, справляется. Здравствуйте, дорогие друзья. В общем, сегодня приготовим что-то простое, знаете, такое вкусное нужно, домашнее, настоящее, классное. Вот смотрите, у меня здесь говядина есть, лук, морковка, немножко специй. Как вы думаете, что я буду готовить? Правильно, кто угадал, тому 5 баллов. Бифстроганов. Блюдо известное всем. Так сказать, небольшие изменения при производстве этого блюда вы определите сразу. Но начну я вот с чего. Мясо нужно брать... Говядину. Говядину нужно брать, другое не берите. Вообще. Даже не думайте другое брать мясо. Никакой бифстроганов из свинины, курицы. Можно только вот из индейки. У меня на канале есть такой рецептик. Ну, потому что индейка очень полезное мясо. Вкусное, нежное. Смотрите, у меня здесь мякоть задней ноги. Ну, немножко с жирочком. Она тут такая, знаете, так сейчас модно называть, мраморная. Ну, мраморная, не мраморная. В общем, посмотрим, что из этой мраморки у нас получится. Главное, что... Как пишет Пелагея Павловна Александрова Игнатьева, если вы берете задний отруб, например, там сек или кострец, то его следует нарезать, а потом отбить хорошенько. А затем уже в соломку превратить и использовать для жарки. Но лучше всего для мягкости брать филейную часть. У меня здесь задняя часть, я надеюсь, что она будет мягкая. Так, ну чисто наобум. Отбивать не буду. Значит, режу вот такими примерно кусочками. Почему такими? Да для того, чтобы обжаривалось быстрее и готовилось быстрее. Кто-то режет кубиком, но чаще всего режут именно вот такой соломкой. Кто-то режет прям совсем-совсем-совсем тоненькой. Ну, не вижу смысла резать совсем тоненькой. Давайте так, на ваше усмотрение оставим. Я делаю на свое усмотрение, вы делаете на свое. Ну, а вы помните, да, что откуда пошло название? Граф Строганов держал доходный дом, подкармливал всяких постояльцев. Среди них были студенты. И вот он своим поварам, ну это по одной из версий, дал задание придумать блюдо, которое бы было дешевым, сытным, вкусным. Да, все перечислил. Да. И вот повара из обрези, так сказать, говядины, потом это когда уже вошло все в историю, потом, конечно, стали... это блюдо модернизировать, откуда и появился филей. Ну, то есть, представляете, там из филейной части довольно дорого делать бифстроганов, потому что оно вообще изначально было запланировано как дешевое блюдо. Потом появилась филейная часть, потом это, потом то. Значит, соль обязательно, черный перец. В исторических документах не упоминается черный перец. Но он был, конечно, в то время. Даже вот, если брать... У меня рецепт, приближенный к авторству Пелагеи Павловны Александровой Игнатьевой. Ее там книга вышла где-то в районе 1909 года. Мне ее рецепт, знаете, такой упрощенной версии нравится больше, чем все остальные. Пару ложек муки на мясо мы, ну, пару ложек, полторы, обваливаем мясо в муке. Потому что во время обжарки, потом, когда мы добавим все остальные ингредиенты, мясо выделит соки, мука все это свяжет. И самое главное, что мы не должны... У нее, например, в книге написано жарить мясо до тех пор, пока соки не выделятся, а потом обратно налипнут на мясо, вода вся исчезает, они налипают на мясо, мясо становится блестящим. Я считаю, что нужно все делать по-другому. Мы живем в другое время, в современном обществе, и мы уже более-менее понимаем химию процессов лучше, чем... Нам в начале 20 века. Все это готово. Жарим лучок. Ой, вернее, режем лучок. Полукольцами, давайте. Без заморочек. Хотите каких-то экспериментов глобальных, делайте там кубиком определенным, пол сантиметра на пол сантиметра. Я хочу упростить этот рецепт. Все, нарезал лучок. На этой доске, смотрите, там, где резал мясо. Знаете почему? Да потому что жарить я его буду вместе с мясом. Если вы режете на доске мясо, а потом режете яблоки,
которые будете есть сырыми. Конечно, это запрещено так делать. Антисанитария. Но когда я в одно и то же блюдо отправляю тот же самый продукт, мне пофиг вообще. Масло следует хорошенечко разогреть. Хорошенько. Давай, шайтан-машина, разогревайся. Мясо у меня холодное, из холодильника. Поэтому рекомендую вам обжаривать частями. Лук пока что ждет. Холодного мяса много. Даже если сковородка раскаленная, вы бросаете холодное мясо, оно сразу остужает сковородку, и оно у вас начинает не жариться, а что делать? Вариться. Все правильно. А так как мы не имеем права выпарить ни одну каплю мясного сока, потому что это основа бифстроганов, как бы это странно ни казалось вам, то мы должны что сделать? Обжарить мясо так, чтобы не пропустить выделение сока. Во-первых, если вы жарите небольшое количество, то оно все-таки обжаривается и до какого-то момента не успевает выдать сок. Мы его должны отнять оттуда. А если вы много закинете, нам придется его тормозить, сливать, горелкой дожигать мясо, чтобы оно было жареное, а не вареное. Мясо сыроватое местами, но масло чистое, там нету бульона, нету сока мясного. Поэтому я его сейчас должен отправить в чашку. Все, мясо не успело выдать сок. Ставим на плиту. Я отправляю сюда вторую часть мяса. Пока мясо жарится, я вам расскажу как бы основную идею. Мясо мы обжарили, не дав соку выйти. Потом в этом же масле, уже с мясным вкусом, мы обжариваем лук. Мы сохраняем все вкусы в одной сковороде. Так, вот это мяско тоже отправляем в чашечку. Что пишет Пелагея Павловна Александрова Игнатьева? Лук нужно обжарить, прежде чем добавлять к нему мясо. Она-то предлагает вообще вначале обжарить лук, а потом туда добавить сырое мясо. И она пишет очень верную вещь. Пишет, если вы лук плохо обжарите, то мясу передастся вкус сырого лука. Вот, знаете, вот вы пишете во многих комментариях, мол, а мы добавляем сырой лук, фарш тот же. Это вот гениальная мысль. А я все до сих пор думаю, откуда же я вот это знаю, понимаю, почему нужно все пассеровать для того, чтобы сделать котлеты вкуснее. А вот теперь нашел я это объяснение. Вкус сырого лука передается мясу. Это плохо. Не, если вам нравится, то да. Но, например, когда я ем чебуреки, я могу четко определить, когда лук сырой. Так делают 99%. И знаете, что происходит? Происходит неприятная отрыжка вот от этого сырого лука и мяса. Может быть, какой угодно канон. Но если вы сделаете в котлетке с пассерованным луком, это будет гораздо вкуснее. И не будет такой отрыжки. Вот смотрите, вы говорите, я много делаю всяких телодвижений. Ну вот, например, два раза какой-то шумовочкой перекладывал мясо сюда. Значит, тут все вот... А для чего я это делал? А для того, чтобы масло дополнительное не лить. Например, я замечал массу раз такую вещь. Масло влили, часть говядины обжарили, потом взяли сковородки, фигак, вместе с маслом сюда. Опа, сковородка сухая, давайте еще масло нальем, еще говядину, еще масло сюда сливаем, вторую часть. Потом в лук еще немножко масла, и у вас еще в масле все плавает. Но я против этих штук, я стараюсь масло немного использовать, поэтому и делаю массу каких-то дополнительных телодвижений. Я считаю, что это неплохо. Так, смотрите, лук у меня здесь карамельнулся, поджарился, в общем. А вот теперь смотрите, что я вам покажу. Смотрите, сколько жидкости выделилось из мяса. Вот эту жидкость мы могли бы потерять, а мы ее не теряем. Мы ее выливаем сюда и начинаем обжаривать вместе с луком. Вот теперь у нас нету вкуса сырого лука, и мясо такое, знаете ли, вкусное, сочное. Мы не потеряли вкус, и все это шкварчит. И небольшое количество муки, которое мы добавляли сюда, оно как раз будет связывать все наши вкусы. Так, томатная паста. Буквально пол столовой ложки. Нужно ее слегка обжарить. Долго не надо там что-то с ней делать. Теперь я добавляю сюда чеснок. Оп, чесночок. Теперь сметаны. Сметаны не жалейте. Ну, почти 4 полные ложки. Не ушло ни капли вкуса. Так, сметана у нас
жарится, парится. Кусочек сливочного масла. Непременно для вкуса мы сюда должны отправить. Теперь можно температуру понижать. Чили перчик с солью. Для пикантности. Я сюда, знаете, что добавлю? Небольшое количество копченой паприки. Конечно, вы мне начнете банить, типа, вот, копченая паприка нигде не взять. Ну, смотрите. Дело творческое, ее можно сюда и не добавлять. Теперь все это следует перемешать. Класс. О, вот это, блин. Настоящий бифштроганов. Так, и небольшое количество воды. Так, что-то я вообще напиписил сюда капельку совсем. Надо побольше. Водички еще добавляем. Тут смотрите, кто как любит. Кто-то, знаете, считает, что бифштроганов должен быть такой густой. Я считаю, что он должен быть такой соусный, соусной, говорят повара. Так, теперь нужно попробовать. Соль. Чуть больше соли. Апологеты русской кухни утверждают, что надо его переложить в горшок, отправить в печь на пару часов, чтобы оно растомилось. Я накрою крышкой, и пусть оно томится на медленном огне у меня вот тут. Где-то минут 20 у меня будет томиться говядина. Итак, начинаем с картофельного пюре. Тут в зависимости от картошки оно может быть чуть белее, чуть желтее. Но самое главное... сделать его вкусно. И будет неважно, насколько оно желтое или белое, есть там комочки, нет комочков. Все это от лукавого. Сделайте вот так вот. Такое углубление. Бифштроганов. Опа. Водичку сюда лить не надо. Конденсат. Посмотрите, какой нежный соусочек. Во. Видите, и даже несмотря на то, что масло было немножко, а говядина была жирная, смотрите, сколько жира образовалось. Косячок. Говядинку выбирайте попаснее. Но тут, вы знаете, схема простая. Жирнее, вкуснее. Люди любят жирненькое. Все это выкладываю в центр картофельного пюре. Значит, кто-то еще добавляет туда соленый огурчик. Но, вы знаете, даже мой продюсер и тот знает, что это на азу больше похоже. Но я это встречал в ресторанах, реально. В бифштроганов добавляют соленый огурец. Зачем, не знаю. Ну, какие-то пережитки советских поваров, советского, так сказать, строя. Почему бы не уменьшить себестоимость, да, продукта? Ну, добавь туда больше воды, больше муки, сделай больше соуса, загусти его, чтобы все это. И у тебя будет то же самое. Все, осталось украсить только прекрасными веточками укропа. Опа! Опа! И веточка укропа. Потому что блюдо русское, самое что ни на есть традиционно русское, исконно русское. Поэтому используем только исконно русскую зелень. Укроп. Нужно изучить аромат, которая издает блюдо, и потом его пробовать. Это великолепно. Это великолепно. Мясо мягкое. Соус такой. Муки мало, он не мучной, а такой нежный, тягучий. Картофан с кусочками по-домашнему. Пожалуй, это достойно вашего внимания. Я попробовал. Знаете, как тестер. Попробовал такой, типа, да, пожалуйста, готовьте. Потому что, если бы я не пробовал, тогда что получалось? Непонятно. Как это так вкусно, невкусно, что там, не там. Здесь всего достаточно. Соли не очень много. Лука не очень много. Никаких огурцов. В меру томатной пасты. Мясо, лучок хорошенько были зажарены, от этого соус темнее становится. Сметанки туда бросаем. Будет много сметаны, она будет жидкая, будет кислый вкус. Будет, а я сделал как, жирную сметану добавил, не так много. Все, она сладкая,
он мясной, вкус самый настоящий мясной. Здесь не должно быть вкуса сметаны. Тогда вы будете есть картошку со сметаной и мясом. Это должна быть мясная вся подлива, полностью вываренная, настоянная на мясе. Картошечка самая простая. Пожалуйста, пробуйте, ставьте на стол, угощайте гостей, сами радуйтесь. До свидания. Оставайтесь со мной и следите за нашими обновлениями.